Губернатор Приморья Олег Кожемяка доложил об итогах работы по социально-экономическому развитию края в 2023 году на январских слушаниях полномочному представителю президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Мероприятие стало важной частью деловой программы международной выставки форума «Россия». Событие объединило глав всех 11 регионов Дальнего Востока. Как подчеркнул Олег Кожемяка, в прошлом году социально-экономическое развитие Приморья показало рост практически по всем показателям. Так, ВРП края увеличился почти на 3%. Введено более 1 миллиона квадратных метров жилья. Приморье подошло к завершению года с хорошими показателями и по валовому региональному продукту, и по объему инвестиций. Мы везде видим прирост. И, безусловно, для нас это имеет большое значение, потому что это говорит об устойчивости экономики. Вот, мы даже по сельскому хозяйству 22,5%, несмотря на те катаклизмы, которые происходят в природной среде, тем не менее, значит, вышли с плюсом. Но это благодаря урожайности, благодаря тем, скажем, уже внедренным механизмам поддержки сельхозпроизводителя. Здесь мы видим и дальнейшие перспективы. Конечно, это и жилищное строительство, это развитие портового хозяйства, вот, то есть транспортно-логистические услуги. Все это дает большой вклад в экономику, который мы тратим и на социальные объекты, тратим на благоустройство наших городов, поселков, на решение социальных задач, на ремонт школ, детских садиков. Напомним, международная выставка «Форум России» учреждена указом президента России Владимира Путина. Мероприятие нацелено на демонстрацию важнейших достижений страны, а также на повышение уровня информированности населения о каждом из 89 регионов России. Выставочные экспозиции регионов Дальнего Востока, в том числе Приморья, и Минвосток развития Российской Федерации признаны лучшими.